Крупный пожар произошел в Кургане. Сгорел одноэтажный склад автозапчастей. Огнем было охвачено более 1500 квадратных метров. Пламя быстро продвигалось из-за свойств материалов стен. Это были сэндвич-панели с утеплителем. В результате произошло обрушение кровли и стен по всей площади склада. Но все же пожар удалось локализовать. В тушении участвовали более 40 человек и 14 единиц техники. Пострадавших нет.